Это как в Буче. Вот мы обсуждали эту политику. Все кричат. Ну, надо было ввести очередной пакет, нам это известно. Мы сегодня обсуждали подробно эту их спецоперацию, психологическую операцию, которую провели англичане. Если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки их, на которые приехали в Бучу, и как это делали, ФСБ России может представить эти материалы. Если нет, то мы можем в этом плане помочь. Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть запоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар по соседним областям. Что это возможно, мы сегодня четко в этом убедились.